You can go to Harvard. You can be a pilot. You can be an astronaut. But first, be a woman. Успешно завершился очередной проект Full Style. Наши клиенты любезно хотят поделиться своими впечатлениями от проекта. Эля, добрый день. Здравствуйте. Эля, скажите, пожалуйста, почему вы обратились ко мне? Во-первых, я привыкла обращаться всегда к профессионалам. И насколько я знаю, я уверена в этом, вы профессионал своего дела. Спасибо. Эля, скажите, пожалуйста, смогла ли я удовлетворить ваши желания? Да. Моим желанием было начать новую страницу своей жизни. И я захотела начать это со своего внешнего преображения. Нам это удалось. Что вы приобрели от проекта? От проекта я получила колоссальное количество положительных эмоций. Это было весело, интересно, иногда неожиданно. Ну и я обновила полностью свой гардероб, который мне прослужит долгие-долгие годы, я уверена. Что бы вы пожелали всем женщинам? Всем женщинам, как психолог, как женщина в первую очередь, я бы пожелала любить себя, заботиться о себе, беречь себя, не забывать о своих желаниях. Самое главное – помнить, что самое главное в жизни женщины – это она сама. Только наполненная любовью женщина, знающая, чего она хочет, сможет создать ту атмосферу вокруг себя, в своем доме, в своем окружении, которая позволит ей быть счастливой. А счастливая женщина – это счастливая семья, счастливый дом. Это был проект Full Style. Оставайтесь с нами и будьте счастливыми и красивыми.